Всем привет, меня зовут Александр. Я хочу рассказать о том, как я со своим другом построил юрту своими руками. Это традиционная юрта диаметром 6 метров, площадью 29 метров. Она круглогодичная, рассчитана на 4 человек. Здесь есть полноценный туалет, кухня и все необходимое для отдыха. Я расскажу в обзоре на YouTube более подробно про то, как мы это строили, про то, как мы вдохновлялись. Поэтому переходите, смотрите.